Доброй традицией еженедельного оперативного совещания, проводимого главой Ленинского городского округа, стало награждение людей, которые живут и трудятся на благо муниципалитета. В этот раз героем нашего времени стал спортсмен Сергей Осинцев. Мы пожелаем Сергею победы, и нам, Станиславу Николаевичу, выпала честь вручить благодарность губернатору Московской области Сергею за его заслуги. 10 лет назад Сергей пришел в секцию Киокусинкай, а сейчас он в сборной команде России. За его плечами многочисленные победы на различных соревнованиях. А еще с недавних пор молодой человек стал помогать своему наставнику Андрею Кузнецову и тоже тренирует и растит будущих чемпионов. Есть такая фраза: заснуть с мечтой, а проснуться с целью. Так что нужно ставить прежде всего цели, работать над собой, все получится. В настоящее время Сергей готовится к международному турниру по Киокусинкай Russian Open Cup, который пройдет в феврале 2021 года. Желаем удачи нашему спортсмену!